Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала вот такого слона. Вот. Это еще не все украшения, ну, все по порядку. Высота слона 23 сантиметра. Длина слона от головы до конца туловища 35 сантиметров. Вес слона 531 грамм. Почему он такой тяжелый? Потому что в ноги были наложены утяжелители. Вот есть мелкий, я заказывала на Озоне. А можно использовать охотничью дробь. Вот 5 миллиметров и 3 миллиметра. Вес в одной упаковке 1,8 кг. Для слона использовала пряжу, детская новинка производства Пехорка, цвет капучино. В 50 граммах 200 метров. Это один цвет. И точно такая же пряжа. Только цвет суровый. Суровый пошел у меня на бивни, на ногти. Для налобного украшения использовала пряжу бон-бон кристалл. Это турецкая пряжа. Значит, цвет не указан, дается только партиям и номер. Вот зеленый цвет, желтый и такой малиновый. Это у меня было связано налобная часть. Ну и пришил один камень. Так, на ошейник использовала, это у меня резинка была. Вот, использовала резинку. Здесь, значит, я украсила самоклеющимися стразами. Наборы покупала в фикс-прайсе. На ноги украшения. Это тесьма. Есть накидка. Значит, эта ткань у меня осталась от новогоднего подарочного мешка. Нет. На Новый год давно что-то подарили в этом мешочке. Вот я его пустила на украшение слона. И пришила тесьму. И вот такое приспособление. Называется паланкин. Не палантин, а паланкин. Или портшес. В других странах. Вот, в таких паланкинах переезжают, передвигаются богатые люди. Украсила тоже стразами из Алиэкспресса. Коробка от чего-то у меня осталась, от какого-то подарка. То ли духи были, то ли конфеты, не помню уже давно. Вот, сделана вот такая подставка. Обычно в таких паланкинах передвигаются махараджи и члены их семей. Вот здесь сиденье сделали. Вверху украсила цветными перьями. Вот специально распечатала картинку. Как украшают слонов, даже бивни украшают. Ну, я бивни не стала украшать и решила так оставить.
вязала крючком 2,5 миллиметра. Все вязала крючком 2,5. Все, что сшивала, использовала вот такую иглу. Очень удобная. Поначалу, когда вы начинаете с ней работать, тяжеловато. А потом привыкается. Также вам нужна игла для амигуруми. Они вот видите, какие длинные. Бывает толстая, бывает тоненькая. Потому что простой иглой стяжку в районе глаз вы не сделаете. Нужна вот такая длинная игла. Вязала слона. Вот, по турецкому описанию. Оно есть в прямом доступе. В интернете. Вот я переводила, работала тут с этими. Вот, все у меня исписано, все переводила. Теперь я вам покажу, как я делала перевод. Берем смартфон. Я не знаю, у всех это есть или нет. Берем смартфон. И вот смотрите. Вот есть программа «Переводчик». Нажимаем на нее и выбираем. Вот у меня уже выбран турецкий язык на русский. Далее нажимаем камеру. Вот. И подводим текст. Вот. Выровняли, да? Скопировали. Теперь выделить текст. Мы берем выделить все. Выбрать все. Выбрали. Вот. И вот у нас перевод. Так, это по-турецки написано. Так, вот по-русски. Задняя нога, одна штука. И дальше мы уже ориентируемся, смотрим на картинку, читаем и записываем на странице перевод. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, вот шестой столбик, и вот мы в него вводим контрастную нить. Нитку берите лучше всего мулинем, чтобы не было отчесов. Стягиваем кольцо и заходим вот в эту поперечную, вот вертикальная петля. По крайней мере, я так вяжу. Сюда провязываем. Прибавку. Один. Два. Так, под следующую петлю тоже прибавка. Это будет три. Четыре. Под следующую 2 столбика 5, 6, 7, 8, 9. Десять.
и вот сюда 11, 12. Значит, во втором ряду 12 столбиков без накида. Третий ряд. Столбик без накида. Прибавка. И опять столбик без накида, прибавка. И так вяжем до конца ряда. И в третьем ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Закончили третий ряд. И вот 18 столбик. Протягиваем маркировочную нить. Так, четвертый ряд. Четвертый ряд вяжется как? Два столбика без накида, прибавка. Шесть раз. Первые два столбика мы с вами разделим. Один будет в начале и один будет в конце. Для чего это делается? Чтобы круг не был углами, а был круглый. То есть прибавки надо переносить. Итак, сначала вяжем столбик без накида, прибавка. А далее вяжем два столбика без накида, прибавка. И опять два столбика без накида, прибавка. В конце два столбика без накида, прибавка. И один столбик, который мы не довязывали в начале. В четвертом ряду 24 столбика без накида. Пятый ряд. Три столбика без накида, прибавка. Итак, вяжем далее по кругу, и в пятом ряду должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжем шестой ряд. 12 столбиков без накида за заднюю полупетлю. 1, 2, 3. Одиннадцать, двенадцатый мы набираем, а провязываем нитью светлого цвета. Белый не берите лучше всего, возьмите там потемнее какой-нибудь. Вот у меня цвет суровый. Провязываем. В следующую петлю вяжем пышный столбик с накидом. Провязываем две петли. Накид. Провязываем две петли. Накид. Провязываем две петли.
Теперь провязываем все петли и коричневые закрываем. Так, теперь светлые отставляем. В следующие две петли вяжем за задние полупетли 2 столбика без накида. Так, один. В следующую петлю набираем столбик, закрываем белым цветом, светлым. И в следующую петлю вяжем точно такой же пышный столбик. Провязываем 3 петли. А эти две коричневым. Так. И опять вяжем 2 столбика коричневым цветом за заднюю полупетлю. Так, один. Второй вытягиваем. И опять светлым цветом вяжем. Провязываем 3 петли. И коричневым. Так, и дальше до конца ряда провязываем. У нас остается 11 столбиков без накида за заднюю полупетлю. 1. 2, 3, 10, 11. Далее вяжем 7 и 8 ряд 30 столбиков без накида за всю петлю. Итак, вяжем по кругу 7 ряд и 8. Вяжем 9 ряд. 12 столбиков без накида. За всю петлю берем. 1, 2, 3. Десять, 11, 12. Далее делаем убавку. Далее провязываем 2 столбика. Вот здесь 1 столбик. Я поставила маркерную нить впереди. Вот так разделяю. Здесь второй столбик после маркера. И опять убавка. И далее 12 столбиков без накида. 1, 2, 3.
11, 12. 10 ряд. 13 столбиков. 1, 2, 3, 12, 13. Теперь мы должны сделать убавку. Так, и вот центральный столбик, вот он. Вот я в него ввожу крючок. И вытягиваю нить. И далее опять 13 столбиков. Итого в 10 ряду получается 27 столбиков без накида. 11, 12, 13. С 11 по 20 ряд, это получается 10 рядов, вяжем по 27 столбиков без накида в каждом ряду. 21 ряд. Прибавка. Одиннадцать столбиков. Два, три. Десять, одиннадцать. Далее прибавка. Столбик без накида. Прибавка. Одиннадцать столбиков. Десять. Одиннадцать. Прибавка. В 21 ряду 31 столбик без накида. 22 ряд. 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 14. 15, прибавка, 15 столбиков без накида. 14. 15. В 22 ряду 32 столбика без накида. 23 и 24 ряд вяжем по кругу без изменения по 32 столбика без накида в каждом ряду. 25 ряд. Прибавка.
14 столбиков. 1, 2, 3. Тринадцать, 14, 2 прибавки. И сюда второй столбик. Это 1 прибавка. И под следующую петлю 1. И сюда же второй. Далее 14 столбиков. 1, 2, 3. 13, 14. И в последнюю петлю прибавка. В 25-м ряду 36 столбиков без накида. 26-й ряд. Прибавка. 34 столбика без накида. 1, 2, 3. 33. 34. И в последнюю петлю прибавка. 26-м ряду 38 столбиков без накида. 27-й ряд. Прибавка. 15 столбиков. 1, 2, 3. 14, 15. Далее 3 раза вяжем. Столбик без накида. Прибавка. 1 раз. Столбик без накида. Прибавка. 2 раза. Столбик без накида. Прибавка. 3 раза. Далее 15 столбиков. 1, 2, 3. 14, 15. Прибавка. 27-м ряду 43 столбика без накида. 28-й ряд. 42 столбика. 1, 2, 3. Итак, вяжем по кругу 42 столбика. И в последний столбик, в петлю, вяжем прибавку. 41, 42. И в последнюю петлю прибавка. 28-м ряду 44 столбика
без накида. 29 ряд. 18 столбиков без накида. 1, 2, 3. Семнадцать, 18. Далее вяжем прибавку. И сюда же второй. Далее 2 столбика. Прибавка. И еще раз 2 столбика. Прибавка. Далее 18 столбиков. Один, два, три. 17, 18, прибавка. В 29 ряду 48 столбиков без накида. 30 ряд 47 столбиков без накида. 1, 2, 3. Итак, вяжем 47 столбиков без накида и в последнюю петлю прибавку вяжем. Итого в 30 ряду получится 49 столбиков без накида. 46, 47. Прибавка. Тридцать первый ряд. Прибавка. Двадцать 2 столбика без накида. Так, вот видите, здесь прибавка. Далее 22 столбика без накида. 1, 2, 3. 21, 22. Прибавка. 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. 22 столбика без накида. 1, 2, 3. 21, 22. И в последнюю петлю прибавка. 31 ряду 53 столбика без накида. Так, 32 ряд. Прибавка. 1. И сюда же 2 столбик. Далее вяжем 52 столбика без накида. И в 32 ряду должно получиться 54 столбика без накида. 1, 2,
3. И так вяжем до конца кругового ряда. 51, 52. В 32 ряду 54 столбика без накида. 33 ряд. 23 столбика без накида. 1, 2, 3. 22, 23. Далее вяжем прибавку. 1 и сюда же 2. И два раза вяжем 2 столбика без накида, прибавка. 1, 2, прибавка. И еще раз. 1, 2, прибавка. Далее 23 столбика без накида. 1, 2, 3. Так, что я вам хочу сказать? Ну, это мое мнение. Вы знаете, что полотно обычно косит в одну или в другую сторону. Ну, вот в данном случае, вот, как бы косит вправо. Так, что для этого нужно сделать? Это я так думаю, надо мне еще попробовать. Я пробовала. Мы обычно как вяжем? Так, 3 столбика, да? Мы обычно как вяжем? Вытянули петлю и петлю вытягиваем на уровне этой петли. И затем провязываем. А сюда затягиваем. И вот за счет этого петля уходит вправо. Я что предлагаю? Ну, это надо тренироваться. Вот эту петлю практически не вытягиваем. А дальше уже чуть послабже. И тогда петля будет идти немного влево. Так, это у меня 4. Давайте еще раз. Чуть-чуть вот вытянули, вот на крючок только. А вот эту подлиннее. Семь. Вот, я считаю, что так. Ну, это нужно пробовать, тренироваться. Итак, вяжем 23 в общей сложности. Так, 7 я провязала. И вяжем дальше. 23 столбика. И в последнюю петлю будет прибавка. И в 33 ряду у нас должно получиться 58 столбиков без накида. 22. 23. И сюда прибавка. Так, ну что, маркерная нить вроде идет нормально. Так, 58. Значит, мы должны отсчитать 29 петель. От последнего. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29. 29 и после него. Так, после 29 попробуем маркер поставить. Так. Вот. Значит, 29 с одной стороны и 29 с другой. Теперь от центрального когтя, ногтя, вот сюда складываем. Вот так. И вот так раскладываем. Так, надеюсь, это понятно. 29 петель с одной стороны и 29 петель с другой. Теперь нитку отрезаем. Вытягиваем. Одну петлю пропускаем, заходим в следующую. Как обычно, закрываем ряд. И заходим в эту петлю, где маркер. Первая петля у нас будет вот эта. Маркером мы отмечали последний столбик. Значит, первая петля будет здесь. Так, на обратной стороне. Нитку зафиксировать. Значит, это одна нога задняя, где три когтя будет. Вот три. Вторую вяжите точно так же. А вот теперь будем вязать с вами левую или правую ногу. Сейчас разберемся. Еще что хочу сказать. Значит, вот здесь мы начинали. Здесь у нас кругляшок. Значит, вам нужно из жесткого пластика, ну, там, от коробок каких-то пластиковых, от банок, потолще, вырезать кружок такого же диаметра. Так? Потом, когда мы ногу довяжем, чтобы нога была устойчивая, насыпем туда в ногу гранулят. Вот. Вот я купила такой, значит, металлический гранулят. Так, артикул, металл, сталь. 1 килограмм. Значит, этот гранулят очень мелкий. Есть покрупнее. И есть еще пластиковый. Значит, вот я купила только стальной. Вот 1 килограмм здесь. Мы насыпем сюда. Посмотрю, сколько нужно, чтобы нога стояла хорошо. И скажу вам, сколько сюда насыпать.